Всем привет! Как правило, практически все ключевые победы в боксерских поединках одерживаются после зрелищных нокаутирующих ударов. В ММА все работает почти так же. На ринге можно наблюдать самые мощные удары спортсменов, после которых путь только один – в состояние временной отключки. Сегодня я сделал для вас подборку самых ярких победных нокаутов, которые были известны истории. Готовы их увидеть собственными глазами? Тогда поехали! Предлагаю начать сразу с запоминающегося нокаута, который уж точно должен занимать первое место в этой подборке. Очень яркое зрелище, надо признать. Этот нокаут получился довольно забавным. По сути, решающие удары были то ли тычками, то ли пощечинами. Как показывает практика, на ринге вообще нельзя терять бдительность ни на секунду. В противном случае нокаут точно обеспечен. Один из спортсменов на этом ринге попытался взять ход поединка под свой контроль, накормив соперника суперточным ударом. Пожалуй, никто не устоит от такого удара. Посмотрите только, насколько отточено мастерство у этого парня. Для того, чтобы отправить соперника в нокаут, этому спортсмену потребовалось меньше минуты. После этого он хотел еще и эффектно добить его. Сейчас на своих экранах вы видите еще один высокоточный профессиональный удар, который не оставил противнику ни одного шанса. Нокаут эффектный и довольно-таки необычный, но вот танец после победы – такое встречается нечасто. Довольно зрелищная победа одного из участников поединка, да еще и над достаточно статусным соперником. Взгляните только на удар настоящего титана. Тут даже добавить нечего. Это заслуженная победа. Эти двое парней достаточно долго пытались выяснить в спарринге, кто же из них главный, так сказать, пока один из них не применил супермощный удар под названием «Раскат грома». Перед вами очередной нокаут и очередной крутой удар, который привел к безоговорочной победе. Посмотрите, какую интересную технику хотел попробовать один из парней на ринге. Но, к сожалению, все его старания оказались напрасными. Один удар, и он в отключке. Довольно сложный поединок, надо признать. Но один из бойцов все же смог приберечь силы, чтобы продемонстрировать всем свою победную атаку над противником, причем лежа на спине. Боец сделал достаточно эффектную вертушку, а затем нанес мощный удар, отправив соперника на пол. Не всегда получается вырубить соперника на ринге одним единственным ударом. Чаще всего для достижения этой цели требуется целый ряд таких атак. Темнокожий боец показательно рванул на соперника, и по сути для нокаута ему потребовались считанные минуты. После этого судье оставалось только проверить состояние лежащего на полу бойца и зафиксировать его поражение. А вот еще один весьма зрелищный бой, в котором победитель отправил соперника на пол всего несколькими ударами, а затем и вовсе добил его в лежачем состоянии. А теперь вы можете видеть на экранах своих мониторов очередную мощную атаку, которая привела к победе одного из участников этого спарринга. И надо признать, весьма достойно. Вы только взгляните на этот бой двух брутальных силачей. С первого взгляда даже сложно было сказать, кто из них одержит победу. Но ринг быстро расставил все по своим местам.
Первые попытки сбить с ног своего противника оказались для спортсмена в белых шортах не совсем удачными. Но он, как видим, парень настойчивый и сумел довести начатое дело до конца. Не успели эти двое пожать друг другу руки перед боем, как темнокожий боксер буквально кинулся в атаку. И надо признать, она оказалась весьма успешной. Очередная атака и очередной успех. Профессионализма у этих парней на ринге, конечно же, не отнять. Наверное, проигравший в этом бою спортсмен даже не ожидал, что для него все закончится настолько быстро. Пару минут от начала боя, и он уже пытается прийти в себя после ошеломляющего удара. Вот еще один наглядный пример того, что до автоматизма отточенные движения и правильно выбранная тактика – верные помощники для достижения победы. Как бы странно это сейчас ни прозвучало, но женские бои могут выглядеть куда более эффектно и ярко, нежели мужские. Как видим, две прелестные дамы наглядно продемонстрировали всем свою ярую позицию насчет этого. Еще две девушки на ринге и снова зрелищный бой. Поскольку нокаутировать свою подругу сразу спортсменке не удалось, вслед за первым последовал и второй удар, куда более действенный. Не всегда на ринге все победоносные удары бывают целенаправленными. Порой спортсменам выиграть победу удается совершенно случайно, поскольку сам удар нельзя было назвать идеальным. Глядя на такого тяжеловеса, можно сразу было предположить, что победа будет за ним. Удар ударом, но его победный прыжок в конце боя – это нечто особенное и точно очень эффектное. Когда боксер знает, что он делает, а все движения отточены до идеала, его очень сложно сдержать на ринге. И этот темнокожий парень своими действиями наглядно подтверждает мои слова. Иногда ярость на поле боя захлестывает настолько сильно, что спортсмену попросту невозможно остановиться или сдерживать себя в некоторых своих проявлениях. Некоторые спортсмены не хотят распыляться на лишнее телодвижение на ринге, поэтому частенько практикуют определенную стойку с одним единственным сокрушительным ударом. Это была по-настоящему сенсационная победа. Решающий удар одним из боксеров был произведен именно во время нападения соперника. Выглядело все происходящее очень зрелищно. А вот очередной поединок, кадры которого достойно находиться в нашей сегодняшней подборке. Удар под дых, так сказать, поставил все точки над «и» в этом спарринге. Еще один похожий бой, еще один похожий удар, еще одна яркая победа. Не прошло и минуты после начала боя, как бойцовский поединок между двумя соперниками в ММА превратился в самое настоящее сражение титанов. В порыве ярости некоторые спортсмены на ринге просто не способны самостоятельно остановиться, поэтому их соперникам приходится очень несладко. В этом сражении снова победил сильнейший. Боец показал противнику, на что он способен, и что с ним лучше не связываться. В любом бою нужно быть готовым драться до последней капли крови, как говорится. Так и этот отважный победитель в спарринге ММА решил показать всему миру, что не готов сдаваться. В феврале 2012 года состоялся бой Петтиса и Лоузена, который запомнился многим болельщикам. Ну и напоследок супер крутой удар от настоящего профессионала.
После такой атаки вряд ли кому-то удалось бы устоять на ногах. Браво!